Губкинские богатыри показали свою силу. В спортивной школе «Олимп» открытое первенство города по пауэрлифтингу. Порядка 20 спортсменов борются за первое место. Участие приняли силачи из спортивных школ «Олимп» и «Зенит». Я очень доволен своим результатом. Мне очень понравилось, как я выступил. Соревнования были пройдены просто замечательно. Пока одни показывали свою силу, другие соревновались в меткости. В тире 4-й школы прошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия в зачет спартакиады руководителей. Всего 14 команд, в каждой по 3 стрелка. Зачет командный. Сумма трех участников складывается. Кто набирает больше очков, тот и побеждает. Стреляют 10 зачетных выстрелов. Время на стрельбу 15 минут. А вот у футболистов времени было больше, два тайма и каждый по 20 минут. В спортивном комплексе «Нефтяник» открытый городской турнир по мини-футболу среди юношей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Таркасалея и Губкинского. Я считаю, что мы выложились на всю. Соперники хорошие были. Ожидаю, что мы еще раз выиграем. Прошла как хорошо играем, но мы проиграли, конечно, потому что там... наш вратарь упал на меня, мы могли забить гол, и я чуть-чуть, мы левой ногой не забили гол, потому что не отрабатываем левой ногой, и если чуть-чуть, тогда бы забили гол, и было бы все хорошо. В шахматном клубе тоже нешуточная борьба. В рейтинговом турнире участвовали более 50 игроков. Игроков разделили на 4 возрастные группы, каждый шахматист сыграл 9 туров. Игра прошла хорошо, противник был очень легким. Мне один раз связали коня с королем. Я случайно сходила конем, мне поставили шах. Из-за этого засчитали невозможный. У меня был, чуть-чуть тяжелый соперник, но так-то легкий. Он хотел обменять ферзя, но в итоге, когда был почти конец партии, я все-таки смогла дойти до конца пешкой и смогла превратить ферзя. И так я поставила ему линейный мат. Губкинский – город спортивных. Только в прошедшие выходные в соревнованиях приняли участие более 150 горожан разного возраста. Сабина Лимарова, Олег Короткевич, новости Губкинского.